Друзья, всем привет. Вот я приехал, я к другу на рыбалочку паровую. И сегодня мы попробуем половить щучку, потому что про щучку контента нету на канале. Вот многие просили. Поставим на карпа еще, что-нибудь здесь может быть карп. И это красиво. Утро раннее. Я ночью выехал. Прям, блин, не знаю, кайфы. Очень круто. Короче, буду снимать, смотрите. Смотрите до конца, видео будет интересно. Друзья, ну вот, Игорёха, поздоровайся с пацанами. Всем привет. Все, едем. Идем, вернее. Блин, как красиво здесь. Вот Игорян здесь рыбачит на самокате, на электрическом. Двигаешься по побережью. Асфальтовый самокат запустил под этим, под грунтовый. Смотрите, какая красота. Ё-моё. Это невероятно просто. Красотища. Там народ купается с утра. 5 часов утра. В ледяной воде. Это что-то с чем-то. Ну все, ладно, буду камеру беречь на самые классные, клевые моменты. Да, тут, блин, сейчас найдем, где на карпа поставить. Поставим на макуху. Блин, здесь заросли. А, вот, да, есть. Смотри-ка. Ух ты, глазастый. Да, вот. Вот и можно поставить на карпа. Ну, кинуть здесь будет, да, непросто. А далеко и не надо. Да нет, далеко и не надо кидать. Как-то я в воду бы зашел, бы закинул, и там... Ты, вода холодная, как да, ты. Да. Да вот отсюда можно кинуть, ничего страшного, нормально. Огонь. Все, запека рядышком здесь в камышах поставим. Две донки. Грёха пошел на бойлы, короче. Сами пойдем щуку ловить. Потом придем проверим. Ждать сидеть не будем, потому что времени немного на рыбалку. Один день всего. Вот так вот. Ваш ход просто великолепный. Все, ребят, мы пошли дальше. Так, нам также выходить. Кто это у нас здесь крадется? Вот это чудо. Раскладывайся, так вот потихоньку. О, моя коряга. Да вот как тебя, да? Давай еще. Рыбка лежит у тебя. Не ожидал. Ну интересно. Надо броничок здесь впереди. Можно туда еще маленький зацепить, да? Нет, я на переднее колечко тоже двойники одеваю. Я видал на моей блесноте? Видел? Сэндвич какой-то. Нет, не обратил внимания. Даже плотки, когда подтягиваешь, стараюсь раз, поддернул пару раз. Вот, смотри, как видишь у меня хитрое. Ага. Смотри еще. Ага. Ну, еще смотри, видал двойник? Да. Никто разогнутый, нифига себе, что-то заметил. Малька здесь прям хорошо. Вон, моя жеца сколько, видишь? Ну, теперь моя очередь, да, да, тебе шарахнуло. Бывает так вот, как прям под этим, уже под лодкой. Долбанетно. Уже думаешь, знаешь, как расслабился уже все, ага, вроде как да, нету, да. А она наш перепугался где-то.
чуть не выронил. Петрович, как ты на эту корягу ловишь? Смотри, там навороченные такие все спины. Это, да ты что, на это хоть подсек, а на то и не подсекешь же только. Ушла, сука. Ушла? Нет, еще не ушла. Нет, не ушла. Вот она. Вот она. Красавица. Во, вот это уже можно жарить. Да? Ну, конечно. Братан, ну с почином тебя. Со вторым. Красотка. Во. Класс. Садок. Начали. Опыт не пропьешь. Красава. Я знал, что... Ну, если был один выход, значит, активно, да? Активно, да. Вот я сейчас здесь тут переловил. Она мигрирует сюда, сюда. Кусты бывают тын-тын-тын-тын-тын, колотят. Хорошенькая была такая, видно? Да. Полторашка, двушка, они уже, знаешь, ощутимые такие. Ну, на хороших водоемах вот так вот ноги в воду стараются выйти, не отпускать, бывает. Да? Да, на заповеднике может долбануть. Есть. Мелкая. Но все равно, братан, прикольно. Ну, конечно, отпускать. Ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Ну, с почином. Чином. Класс. Да. Кайфово. Кайфово. У меня постоянно дедок один там у нас работает, Михаил Саныч. ПТУшник. Пипец. Как же, что? Рыбачил? Рыбачил. Сколько? 3, 5. Кануна, блин, сколько приеду, нету ничего, ни одной. Взял он у меня, блин, блесну и не возвращает. Вертушь, что будет, как у тебя белую это? Так, подсак, да? Подсак надо. Давай, давай, давай. Тяни, тяни, не отвлекайся. Тяни, не отвлекайся. Побольше уже.
Не бегай, блин, пятерка или трёхка. Так, я держу в виде. Тихо, пускай, пускай, сейчас да, встанет. Да. Пусть останется. Он выдвижной. Выдвижной, говорю. Ага. Да ну, он еще под коляк не зашла. А ну нафиг. Ух ты, блин. Под коляками зашла. Да. Да неужели ушла? Бля, пиздец. Да ну нафиг. Хорошая была, да? Охренеть. Блин. Ну есть, есть щучка. Прямо, да, вчера такая же. Ничего, 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 бывает. Ну, так, зато, нет, ну хороший. Ну хорош, ничего потом себе окунял. Ничего себе. Братан, вот это да. Хороший. Ну да, грамм 300, да? Здесь такую поставить, ее можно надолбить такого, да? Под килограммчик будет. Офигеть. Ну килограмм, ну. Ну полкило, по-моему, точно есть, да? Как-то так. Щеренок. Так, так. Сама сошла, молодец. Так, ребят, ну мы отдохнуть, размяться, и потом я еще сделаю заплыв. Один Игореха пойдет пока подвигаться по работе. Уже у меня там пауэрбанк. Да. Вот сейчас мы свежечка, прям свежего мешка. Игореха, красава. Бля, ну ушла такая нормальная. Ну та, да, трешечка была стопудово, да? Ну, по-моему, пятерочка. Может, даже пятерочка, ну. Как она потянула, я даже сепаратор не держал нихуя. Прелесть у нас, ребят, свежак, прям вообще щучка. Ух! И сейчас мы ее на сковородочку. Вот это да. Ничего, не видно, что она свежак прям. Вот такая красота, ребят. Это у нас завтрак, короче, сегодня. Обед. Обед это уже, наверное, да? Обед? Конечно. Thank you.
Так, комары покусали ее. Вот и короче, вот такая красота, прям капец. Вода, вода чистенькая. Ребят, вот такая красота. Сегодня целый день в Угорёхе я пробыл. Я не знаю, как описать свои эмоции. Я приехал к человеку, он организовал лодку, он организовал рыбалку. Ну ладно. Тихо, тихо, не перебивай. Он поехал со мной на рыбалку, не дал мне гребсти на лодке. Приплыл в самое хорошее место, где ловится рыба. Поймал щуку, поймал окуня. Было несколько сходов, один затрешка был сход. Мы все это сняли, сняли для вас. Потом эту щуку почистил. Потом ее пожарил сразу при мне. Потом мы пообедали ей. И я не знаю, как описать свои эмоции. Друзья, это просто... Вы меня прям захвалили, юноша. Там, блин, я очень рад, что я с тобой привет. Знаком. Что мы дружим уже столько лет. И, кстати, вон ту башню, вон ту прекрасную башню делал тоже вот этот человек. Вот, охраняет это все вот эти замечательные ребята. Этого зовут Кузьма, а этого зовут... Как его зовут? Его не зовут, он сам приходит. Когда плохо себя вести, начинаете. Такая история. Спасибо, Горёх.